Я уже второй раз вот приезжаю сюда, и вот в прошлый раз, в 2019 году, так получилось, что именно здесь, вот на этом месте, на этом мероприятии мы встретились с коллегами, вот тоже те, кто занимается выращиванием ягод. И вот результатом этой встречи получилось то, что мы создали ассоциацию производителей жимолости. То есть для нас это очень, ну для меня лично такое знаковое мероприятие на самом деле. И в этот раз очень все интересно и полезно. Я думаю, что состав участников очень грамотно подобран, потому что вот, ну, это видно даже по названиям сессий, которые, ну, по сути, традиционно отражают содержание, то есть это и взаимодействие с органами власти, с Минсельхозом, вот то, с чего начался сегодняшний день. Вот. И, конечно, встреча с коллегами. Вот, это самое, наверное, ценное, особенно после вот этого года пандемии, когда люди, ну, не имели возможности встретиться лично. Вот, личные встречи ничто не заменит, а здесь это вот в полном объеме присутствует. Да, конечно, мы всегда вот рассказываем в рамках, например, своей ассоциации, мы честно говорим, где мы встретились и где, вот, так сказать, произошло зарождение нашей ассоциации. Я думаю, что это хорошее мероприятие, оно видно, что развивается, вот, и мы надеемся, что и дальше оно будет проходить.